сейчас у нас ночь, Санкт-Петербург, и я, собственно, гоню на студию, где буду снимать один очень интересный и необычный ролик, который стопудово вам всем зайдет. Сейчас у меня там мой товарищ, сотрудник, генерал Никита, который, собственно, сейчас готовит для меня всю эту самую почву, чтобы мы могли с вами всем этим самым делом заняться. Собственно, почти на месте, сейчас подкатим, посмотрим, как там у Никитоса обстоят дела, и будем мутить ролик. Никитос! Никит... Ё-моё! Ты чё тут устроил, блин? А ты чё сделать-то хотел? Я понял, сам не справишься, сейчас помогу, давай! Всем привет, и сегодня у нас новая рубрика, как вы уже могли понять по появлению снова этого замечательного персонажа в наших, в этих самых видосах. Static X, помните, да, там, где мы машину громили, я кстати ставлю. Да, привет, ребята. Да, собственно, сегодня Никитос, сегодня у нас ночь, это наша любимая студия Music Workshop, поэтому все, кто хотят репетировать качественно и круто в Санкт-Петербурге, обязательно приходите сюда. Вот, но не сейчас, потому что сейчас... Странные. Сейчас... На тебе показывают 4 утра, сейчас же не 4 утра. Короче, сейчас ночь, мы здесь одни, и у нас появилась отличная идея создать новую рубрику, в которой мы будем воссоздавать барабанные установки знаменитых барабанщиков по фотографии. И сегодня мы воссоздаем барабанную установку великого Джоуи Джордисона по вот этой вот замечательной фотографии. Сразу хотел бы вам объяснить правила игры. Дело в том, что понятно, что 100% мы воссоздать это не сможем, поэтому мы решили внедрить такую систему штрафов, так называемую. То есть, если у нас не получается найти какой-то элемент, который соответствует, так скажем, исконному элементу на самой фотографии, что мы делаем тогда? Вешаем какую-либо бредятину, вообще просто мы конкретную. Да, мы штрафуем сами себя, поэтому да, можно уважаем. Повесить... Да. Ну, собственно, думаю, мы будем потихоньку приступать. Сейчас подключится вторая камера, так что не переключайтесь, будет интересно. Чем сегодня будем работать? У нас как кулинарная передача. Сегодня у нас, смотрим, веточки бадьяна, там вся херня. Короче, да, сегодня у нас три бочки в распоряжении, потому что на фотографии у Джордисона стоит две бочки и одна бочка, которая стоит сбоку. Как мы ее будем сбоку крепить, я пока понятия не имею, но будем, собственно, сооружать. Две бочки я постарался взять одной фирмы Греч, потому что они звучат максимально похожи друг на друга. Вот это вариант, как бы, такой оптимальный. Вот, у нас 4 навесных тома, рэковых, так называемых. И мы пока не знаем, какой из них будет играть роль первого тома, потому что на фотке их 3, и один из них прям максимально такой маленький. С этим тоже разберемся. Лучше много, чем немного. Да? Вот, и, соответственно, 2 напольника, миллион всяких разных стоек и стул. Вот, с этим сегодня будем работать. Фирма Pearl. Подпишите меня, пожалуйста, я буду хорошим положить. Рама там, Pearl Masters. Да-да, Кулим Орехи, бля, играем на Pearl. Так, ну что, я думаю, давай тогда начнем с 2 бочек. А вот эту бочку можешь, пожалуйста, пока вот сложить эти ножки? Вот, потому что мы ее будем ставить отдельно. Вот, а я, наверное, пока вот подгребаю поле под это дело. Да-да. Единственное, у нас, короче, судя, опять же, по фотографии, образовался небольшой казус. Бочки-то 2, но стоит кардан. Поэтому мы все делаем аутентично. То есть 2 бочки будут стоять у нас для красоты, но лупить мы будем именно в беленькую. Беленькая была такая, вот. Она сейчас. Мы не пропагандируем алкоголь, алкоголь это зло. Окей. Не пью, между прочим, уже 3 месяца. 3 месяца. Хорошечно? Отлично. Так, значит, кардан у нас вон в той сумке, сейчас мы до него доберемся. Забери, пожалуйста, пока кардан, а я начну расставлять питомы. Что там? Не употребляйте в суе 5А, пожалуйста. 5А! Пенис? Пенис! Пенис! Пенис, Лас-Вегас. Навесные томы. Вещь вообще классно. Это все роскошно. Или тома. Томы или тома?
Комментарий. Комментарий. Все сломалось. Никитос, как ты к Аксису относишься? Каксис. Кстати, можно это, наверное. Отношусь к нему великолепно. Никогда не играл, отношусь замечательно. Только ты никогда не играл, все давай поиграть. Поиграть. Дай поиграть в Аксис. Отдай, выставлю так, чтобы глаза смотрели на меня. Понял, да? Да. Пусть и глаза эти, зрачки, блядь, как у Сатаны эти, короче. Да, такая. Мрак. Кстати, у нас есть один небольшой уже прокол. Собственно, у Джордисона-то рама на этой фотографии. А у нас стоечки. Как мы штрафанем себя за это? Так, нам надо повесить как-то третий том. Что там, готово? Все? Да. Все. Кардан, значит, можешь, в принципе, к этой бочке приструнять. Угу. Наверное, есть смысл вот сюда прикрепить тогда второй вот этот вот клэмп. Потому что на отдельную стойку не получится, когда она будет... Короче, не влезет. Двумя бочками на самом деле работать без рамы — это то еще удовольствие. Вот у нас уже что-то начинает получаться, вырисовываться. Две бочки, три напольника. А выставлять тогда получается два напольника сейчас. А поменьше, которые сначала, а побольше, которые потом. Этот выше звучит, надо его понизить. Унизингус. Не, вот этот должен в конце стоять, он побольше. Подожди. Не, ну он точно больше диаметром. Уверен? Конечно, смотри. Я вот не уверен. Я говорю, они одинаковые. Никитос, ну что ты на самом деле собираешь? Ох уж эти святые моменты! Орехи болят, говорит. Алёш Чапаев, шоколад! Значит, у нас этот может чуть подальше. Так, ладно, настройка — это уже дело финальное, это, как говорится, постпродакшн. Пока мы собираем нашу основную конструкцию. Так, Никитос, вот там у нас в чехольчике райд есть. Вот прям вот сюда мы, короче, с тобой влупим райд. Так, а я поставлю малый барабан. А, подай, пожалуйста, рядом с тобой красный. Стойку под малый. Стойку под малый. А, вон она. А, благодарю. Да, сопля. Любишь, как сопля? Сопля любишь, когда сопля? Я думаю, что пришло время делать максимальную, короче, рокировку всего этого дела. Так, окей, я немножечко пролетел. Первый том должен быть вот на этом месте. Здесь второй и третий вот здесь. Так, сам себя откопал. Вот смотри, вот это вот гусь. Пока, наверное, вот это вот сюда. Гусь. Вот это вот так вот. Вот эту вот стоечку сюда, и на нее мы вот этот последний финальный том и влупим, короче. Там есть... А она вообще не отсюда. Она вообще не оттуда, конечно. Она вообще не оттуда. Ладно. Слушай, ну вот. Не накручивай себя. Вот сейчас уже получается что-то. Что это такое? Любишь, когда что я ничего не сказать. Так, я вижу два электронных пэда слева. У тебя есть вообще? Ты сказал, у тебя есть. Значит, смотри. Давай.
Настоящий мужчина носит всегда с собой два офигительных. А ты был прав. Понимаешь? Так, ну нам тогда теперь надо разобраться, как их повесить, потому что отверстия большие, да? Отверстия нормальные. Или... Насколько это плохо. Хорошо, это приемлемо. Так, ну а пока у нас получается вот что. В принципе, фотография-то у нас ракурс сверху. Давайте я вам покажу, что здесь сверху вообще происходит. Ну вот плюс-минус, да. Получается, один пэт у него стоит где-то вот там. Угу. Второй где-то вот здесь. Угу. Нам надо придумать, как их соорудить. Есть мысль? Нет. Забудем потом. Ингаляция, ты что, ингаляция, ингаляция. А вроде ничего так получается, неплохо пока. Слушай, ну там разделение труда, ты разбирайся, как вот эти вот штуки повесить слева и справа, а я пока буду, сверяя по фотке, вешать тарелки. Как тебе такой план, нормально? Да-да. Все, да, отлично. Да. У меня, да, у меня сейчас другая задача. У меня задача вот, вот это вот. Вот это вот, вот эта вот бочка. Вот она у нас, собственно. Интеграции. Получилось? Электронные интеграции. Ни хера себе. Да. Здорово. Так. Так. Ну все, значит, с этим окей, я тогда... Смотри, я, значит, предлагаю вот эту вторую бочку влупить вот на эту вот стойку, потому что она очень неплохо держит, ну, раньше держала, когда я на хоккее работал, я тебе рассказывал эту историю. Ага. Держала бочки, эта штука неплохо. Подай, пожалуйста, бочку, я тебе покажу, что я не уведу. Да, у которой ты ноги раздвигал, сдвигал. Бочка в студию! О, смотри. Да. Все. Я сейчас. Конечно, стоит она на такой позиции, что прям совсем неудобно. Но ничего. Маленькая, ребята, рубрика напоминалочка. Никто не любит. Никто не любит. Все любят. Сыграю. Давай. Звонит звонарь. Бочка стоит. А, у него два райда. Ладно. Куда деваться? А подай, пожалуйста, стойку от хэта. Hi-hat, it's my hi-hat. You, I need my hi-hat. Can you give me my hi-hat, please? Hi-hat. Hi-hat. Кобра! Ого, кобра, кобра, божественная кобра. Я боюсь, а ты не бойся. Булки из Стамбулки. А вы когда-нибудь ели булки из Стамбулки? Он стоит прямо от хэта. Вот так. Хэт у Джордисона всегда был высоко задрав. Это факт, потому что он сам у нас был невысокого роста. И в хэт он, в принципе, любил лупить размашисто и высоко. С этой не получается, как я что-то как-то, да, я походу тут это заплетыкнулся, мальца. Но я сейчас решу эту сложнейшую головоломку, и все у нас будет просто запятись. И если я не ошибаюсь, было две чайные или даже три. Ладно, хэт мы пока вот как дверочка открываешь. Я все напутал, Никитос. Бочка, короче, это. До всего этого дела. Ну так я что-то да. Вешай. Что не крутился куда-нибудь. Бочку, значит, мы двигаем вот так. Здесь перед бочкой у него стоит райд. А вот рядом с райдом уже стоит хэт. Да, о, вообще идеально, слушай. Рай, блядь, еще шнурок развязался.
Что за мир? Комбо. Начинающие 16-летние парни Кобра. Руку на свою кобру кладут? Да, да. И кобрят ее, кобрят. Так, чайно выше райда, все правильно. Здесь у нас все отлично. Вопрос очень хороший. Насущий, так сказать. Насущий? Насущий. А ты знаешь, какие синты были на пэдах? Ребята, комментарии. Промежуточный результат. Вот это вот, кстати, прям реально интересная штука. Правильно? Правильно. Вот оно так вот отсюда смотрится здесь. Хэд. И вот здесь эта штуковина находится, короче. Блин, мы ж туда потом не пролезем. Это роскошнейший Джордж. Ты знаешь, что такое Джонсон? Я вчера Большой Лебовски смотрел. Джонсон, это что? Ты решил сам, да? Конечно, конечно. Вот теперь попробуй сюда залезть. Бля, смотрится круто. И у нас первый штраф, значит. Мы даже пэды у Никитоса из задницы достали. А вторую сплэшку мы не надыбали, поэтому вместо сплэшки нам придется повесить вот эту вот шляпу. Шляпа у нас, кстати, особенная. Обратите внимание на автографы. Даня, большой тебе привет. Спасибо тебе за то, что все вот эти вот штуки тут написал. Она больше у нас декоративная, поэтому мы по ней играть не будем. Она у нас будет висеть чисто для красоты. Значит, у нас две сплэшки. Одну я вешу свою, а вторую мы вешаем вот эту вот. Ну, это даже не штраф, это... Так даже круче, так даже интереснее. У нас просто уникальнейший эксклюзивчик сейчас будет здесь, собственно, находиться. Так что давай ее, наверное, вот сюда. Здесь у нас будет вторая сплэшка. Вторая сплэшка моя. Сплэш! Сплэш! Истанбул, Мехмед, Самать. Прямо вот здесь вот рядышком с ней. Yes. Ага, здесь, значит, у нас будут висеть два крэша. Первый, второй. Вот так вот. Вот так вот. Походу, кому-то сейчас придется залазить туда на постоянку. Так, сейчас я еще раз посмотрю, что нам надо. Что нам надо? Нам нужно, короче, еще парочку стоек сейчас надыбать. Еще стал, как футболист, который вращает яйца. Помните, мужчины, яйца это святое. Закрывайте их везде, всегда. И по любому поводу. Мойте, брейте, ласкайте. А лучше давайте ласкать женщинам. Да, слушай, а у нас осталась-то херня, по сути. Да. Нам нужно повесить еще вот сюда райт и чайную. Звучит как подушка. Так, у нас тут небольшой казус произошел, потому что... С правой стороны, если говорить про барабанщика, да, образовалась еще одна дополнительная тарелка, внезапно. Да, и она, судя по всему, не очень большая, поэтому я думаю, вот этот вот 16-дюймовый стак подойдет хорошо. Она, в принципе, там... Так, вот отсюда мы можем еще фетр дернуть. Любишь дергать? Обожаю. И как ты дергаешь? Покажи. Неплохо, неплохо. А что правый? Левую надо разрабатывать, левая слабее. Так я левша, я правую разрабатываю. Я понял, все, вопросы сняты. Так, смотри, Никитос, вот сюда сейчас надо повесить чайную, и райд, по-моему, в самом-самом-самом конце у нас идет. А что я так много тарелок-то притащил? Вот сюда, вот сейчас, так. Значит, и... райдец у нас идет в самом конце. В самом конце, да. над мелкой тарелкой, да, у нас получается. У нас вот чайна, да, чайна, вон она, пейст. Кстати, тоже пейст, как у Джойки. Пейст. Вот, полосик, и... Полосик черной краски где? Пейст! Слушай, у нас получилось и практически без штрафов. Я бы сказал, вообще, ты даже пэды из жопы достал. Вот это у тебя богатая жопа. Слушай, у нас лишние детали. Прикинь. Охренеть. А мы все... Нихера себе, смотри-ка, мы с тобой собрали установку, как у Джои Джордисона. Мы собрали, мы сделали это. На еще, мало тарелок, все разрушено. Мало. А ты все, да? Я тут пока создал интимный. Черт возьми, реально огромно. Я даже так скажу, она божественно огромна. Ты как преимущественный маньяк просто созерцаешь
Ты так ощущаешь эту мощь. Это восхитительно. Я понимаю, обзор. Ну-ка. Чё, я пишу. Чё, как видок? Охуенно, пошла запись. На канал стоит подписаться, нет? 100%, ребятки. Нельзя ему отказывать, он псих. Подписывайся на канал, иначе сожгу. Слушай, мне показалось круто вообще вышло. Я считаю, что вот то, что мы воссоздали, это очень крутой эксперимент, потому что, во-первых, ну, мы посмеялись, вы посмеялись, все круто провели время, я думаю. Офигенно. Да, было здорово. Во-вторых, ну вот вы знаете, лично я немножечко, конечно, мне было немножко непривычно в какой-то степени по многим из этих элементов играть. По многим из этих элементов. Кстати, двоечки надо играть. Вот здесь видите, отскока никакого. Показываю, урок по двоечкам. Раз двоечка, два двоечка. И поехали. У нас получился, в общем, экспериментальный ролик. Ребята, все обязательно подписывайтесь на канал, обязательно пишем в комментариях. Где будет? Вот здесь щелкнет? Здесь? Где? Как? Короче, подписывайся, да, парень, подписывайся, однозначно. Обязательно. Также, кстати, если ты хочешь научиться играть на барабанах в дистанционном формате, вот, собственно, вот это и есть NK-драмы. Заказываю свой персональный обучающий видеокурс. Научишься играть на барабанах, будешь такой же крутой, как... Он. Хочешь быть как Никитос, записывайся. Никитос, ты же записался? Записался. Мы так и познакомились. Кстати, сегодня. Да. Двоечки, да? Двоечки. Давай. Двоечки. Ребята, вот этот мужчина научил играть меня криво. Но при этом я могу играть двоечки криво, но могу играть. Понимаешь? Молоток. Давай кулачок. Никитос, у нас не хватает одной тарелки, тебе штраф, надевай башмак на голову. Блять. А, так ты уже? Да. Неплохо, слушай. Да. А как мы так с тарелкой-то пролетели? Здесь же еще одна должна быть, да как раз вот под нее. Ну поставь башмак вместо этого, че? А, ну да. Вот, да, вот, ну, в этот раз мы, в принципе, проштрафовались один раз. В целом, так у нас все получилось. Два электронных пэда, все, короче, на своих местах. Да, и, собственно, это не... Это, не... Ну, в общем, короче, просто, ребята, балуйтесь, играйте, развлекайтесь. И кайфуйте. И кайфуйте. Главное, чтобы вот было вам прям по кайфу. И штрафуйтесь. И самое главное, ребята, самое главное, это то, что вы хотите играть вот все. Бля... Коля, научи нас играть вот эту штуку! Я угадал? Да. Ой, блин. Что, наверное? Все уже, да? Уходим, Никитос, уходим! Никитос, уходим!